количество собак, просто жесть. Ну это вот супер элитный район Комсомольской, короче, видите, судя по домам, супер элитный, судя по собакам, вообще. Ваше спокойствие под защитой. Ну и судя по движению транспорта, короче, ага, вот она, эта площадь. Сейчас я заверну, просто чтобы ее запечатлеть. Во, во какие супер элитные коттеджи, блин. Смотрите, как нахрен квартира в Москве, когда вот тут вот такое есть, срочно недорого. Опа. Так, что? Ой, сколько машин. Движуха как час пик, блин. О, вино, водка, самое, блин, что нужно. Рус народу, видите, вот. Выезжаешь, самая видимая надпись, вот. Вино, водка. Вот в этом вся путинская действительность. Развети такой едет еще этот. Где его нашли? А это вот СССР, Дом культуры. Ну, видно, что он уже зачуханный просто в усмерть. Можно ближе подъехать, конечно, посмотреть. Ну, собственно, на эту площадь я хотел попасть, да. Дом культуры, улица Вагонная, 10, короче. Ну, сейчас поближе. Ну, там вот красивые тачки выскакивают. Видите, ну, все так просто. Гоняют, как сумасшедшие, кстати, по этой дороге с круговым движением. На Субару он. Во как. Носятся просто. Вот дом культуры, видите, вся культура. Как называется, забыл, честно, не вспомню. Тут ТЭЦ-1. Как бы. Вот она, ТЭЦ-1. Вон от нее трубы торчат. Но не работает. На реквизированном в этой, в Корее, генераторе 29 мегаватт. Ну, это чисто промулица. Тут такое бешеное движение. Сейчас я поеду. Дырку надо найти. Светофоров вообще нет в помине. СМАК, кстати. Вон там вот. Надпись СМАК. До сюда эта зараза добралась. То есть все. Иди где-то проходная на ТЭЦ. Ну, не ходил, не знаю. Вон там, наверное, где машины стоят. Вон там стоп-знак. Все, мне вправо в город. Короче, улица Вагонная, 10. Площадь. Дай бог памяти. Ну и элитная недвижимость. Вот этот дом вообще, похоже, нежилой какой-то. Он разбитый, хотя там подъезд вроде был. Мрачный район. Но и раньше мрачный был, сейчас просто пиздец. Хотя люди где-то так пробегают. Где тут школа, где тут что, даже не скажу. Такое вот весело. Железнодорожно-Амурсталевский стали этот самый район. Да, что ни на есть такая промзона, прям из промзон, короче. Лютые пролетарии тут живут. Вон там вон, дырки такие. Домах. Когда-то это было круто тут. Ну, сейчас все уже.